я беру доску и думаю, что из нее можно сделать. Вот так вот. Ну, думай, как лучше сделать и подешевле. Все это со свалки. Правда говоря. Это тара, яблок, фрукты, знаете, раньше вот так вот. Ну, я подумал, как лучше сделать, так и сделал. Все. Я люблю дерево, вырезаю, фольгу, чеканки делаю, литье из гипса делаю. Ну, то, что умею, то и делаю. Дом появился в 46-м году. Купила бабушка. Потом, когда мы приехали, у нас было 5 человек, куда? Вот, я делал пристрой. Я еще хочу сделать такую же веранду, как та. Там мне еще, вот, сама крыша. А там я сделаю летний сад. Все. Ну, очень дорого стоит все сейчас. Доски дорого, все дорого. Ну, если получится, сделаю.